Скажите, пожалуйста, решение ЦБ относительно страхования вкладов в МСБ, оно принципиально или, возможно, какие-то другие пути, поскольку банкиры опасаются, что будет нагрузка на заемщика повышенная, то есть вырастут ставки по кредитам? Мы рассматривали внимательно вопрос о страховании вкладов и средств малого бизнеса. Мы поддерживаем сейчас распространение системы страхования средств именно микробизнеса и малого бизнеса на все банки. В целом малый бизнес держит где-то около чуть меньше 3 триллионов средств в банковской системе, не распределены не совсем равномерно, значительная часть крупных банков, средних и малых. Нам кажется очень важно иметь и защиту средств малого бизнеса. Это не будет большой нагрузкой на банковскую систему, по нашим расчетам, стабилизировать в том числе пассивную базу, ресурсную базу для небольших банков. И это будет справедливо с точки зрения конкуренции.